Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Мы остановились как раз перед битвой с боссом. Вон там червячочек, которого надо будет завалить. Давайте начнем. Похоже, они хорошо его обработали. Осталось подойти и закончить то, что они начали. Делай то, ради чего рожден! Обиделся.
сожрали. Осталось отнести черное сердце стигийца Самаэлю. Кстати, насчет силы, которую он получает от этих сердец. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А я сейчас байдарка. Браво, всадник! Даже могучий стигиец! Последнее сердце. И тогда война. Ты отправишься к башне. Селитас пила свою паутину по ту сторону огромного ущелья в пепельных землях. Руине еще долго придется восстанавливать силы, но расстояние она покроет. Сама Селита. Доберись до логова, и она сама найдет тебя. Королева-выводка тяготеет к коллекционированию. Большинство ее гостей идут на корм молодняку. Те же, кто заинтересует хозяйку. Ну, им не повезло. Их она оставляет в живых. И так они живут долго.
Достаточно, чтобы поведать ей многое. Скажем, она коллекционирует истории, информацию. Какую историю она расскажет про тебя, Самаэль? Осторожнее! Иначе концовка твоей истории будет печальной. Иногда герой умирает. Но мне нравятся истории со счастливым концом. Принеси мне последнее сердце, всадник. Oh!
Опять вы, а?
Thank you.
заключается в следующем. Как залезть наверх? Достать ту вкусняшку. Блин, как обычно. Упаковали. Сколько здесь вкусняшек. Хочу туда. Ах,
хрен мне кто что даст. Как обычно. Ну, хоть здесь какая-то вкусняшка. Ничего не сможешь поделать с высшей тьмой и ужасом, и потому пока лучше ее избегать. Как же мне предлагаете тогда ее? Обратно сходим. Ничего, куда нам? Как же тебе мелкую шушуру-то приближается всадник! Приблизился? Доволен?
говна летает. Прикончим его!
Привет. На этом, я думаю, можно остановиться, в принципе. Продолжим дальше пауков нарезать потом. Оставляем свои комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо за внимание. Всем пока, удачной игры.